Сегодня в Риге в окрестностях Румбула горел ангар, принадлежащий компании «Микротыклс», которая производит сетевое оборудование. Это одно из крупнейших предприятий этой отрасли в Латвии. Огонь распространился на территорию в 5500 квадратных метров. Из-за сильного задымления рано утром было перекрыто движение на улице Москвас. Вызов в пожарно-спасательную службу поступил незадолго до 4 часов утра. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили горящий открытым пламенем ангар, конструкции которого вскоре начали рушиться. На месте работали 45 пожарных. Тушение осложнял недостаток воды, которую мы в том числе брали из Даугавы. С самого утра в социальных сетях начали появляться видео очевидцев с призывами объезжать место пожара, так как движение по улице Маскова сначала было полностью заблокировано в обоих направлениях, что стало причиной опоздания 15, 18 и 31 автобусов. Дым от горящего ангара распространился на многие сотни метров. Дым образуется из-за горения утеплителя здания. Каждый его кусок приходится перебирать руками, а потом удостовериться, что находится под ним и рухнувшими конструкциями. Ограничить площадь возгорания удалось спустя 3 часа после 7 утра. Это один из 4 складов, которые принадлежат предприятию «Микротык». Нужно сказать спасибо нашим работникам, которые с самого утра активно работают и пытаются определить объемы сгоревших товаров. Пока что никаких цифр у нас нет, но мы все работаем, чтобы понять, что уничтожил огонь. Убытки, которые понесет компания, можно будет оценить после того, как пожар будет полностью локализован. Товар, находившийся на складе, был застрахован. Выяснением причин возгорания займется государственная полиция. Анастасия Дьяконова, Занда Озола Балода, Иван Милов, Латвийское телевидение.